выходные в городах и селах Днепропетровской области наблюдали одно и то же явление. На поверхности речных вод плавает мертвая рыба, количество которой измеряется тоннами. В Каменском из-за мора рыбы жители не могут посещать городской пляж, а коммунальщики собирают погибших ребешек руками в целлофановые пакеты. Экологи связывают катастрофу с аномальной жарой, не исключают, правда, и того, что массовый мор рыбы связан с выбросами токсических веществ, хотя официальные комментарии по этому поводу не дают.